пулеметными расчетами. Прикрывает работу уже двух минометных расчетов и обеспечивает возможность подтянуть пылевую противотанковую артиллерию в виде 45-миллиметрового орудия 42-го года, образца 42-го года, который успешно использовался Красной Армией в массовом порядке не только против вражеской бронетехники, но и для продавления долгоиграющих огневых точек, то есть дотов. Сейчас, после ориентирования на местности, красные офицер Красной Армии подтаскивает по очереди двумя линиями штурмовую группу, вооруженную снайпером, мы видим вооруженного винтовкой Мосина с оптическим прицелом.